Украины, будущего НБК. После этого произойдет первый подъем этой конструкции вверх с помощью подъемных башен, после чего эта вся конструкция будет надвигаться в сторону четвертого блока, в так называемую зону отстоя. Лично мое мнение по той информации, которой я владею, что сам принцип создания защитных сооружений над разрушенным блоком АЭС, он применим для всех таких случаев, в том числе и для Фукусимы. И как бы вот решение двух задач. Первая – это защита населения, персонала, окружающей среды. И вторая задача – это возможность работы с тем, что находится под этим защитным сооружением, как бы и делают вот такой подход универсальным для всех таких подробностей.